Сейчас большая техника работает на одной из центральных улиц, на Краснодарской. Здесь укладывают новый асфальт на всем ее протяжении, от улицы Крымской до Чехова. К временным неудобствам жители относятся с пониманием, так как давно ждали этого ремонта. В ближайшие дни, как только завершатся все асфальтоукладочные работы, временные знаки уберут, на полотно нанесут разметку. На улице Гоголя идут подготовительные работы. Здесь также будет новое асфальтовое полотно. Кроме того, уже установлены новые бордюры. Всего по программе краевого софинансирования в Анапе отремонтируют 7 участков дорог. Большая часть работ уже выполнена. Это Пионерский проспект. Часть дороги. Это улица Краснодарская, Лермонтова, улица Красноармейская, там часть тоже дороги. Значит, уже Пионерский проспект сделан, часть дороги. Подрядная организация работает в соответствии с графиком.